Сегодня же глава Чувашии встретился с членами Общественной палаты России. Палата избирается каждые 3 года и помогает жителям страны взаимодействовать с органами власти, защищать их свободы и интересы. С января 2014 года изменилась процедура выборов в Общественную палату. В ней теперь будет 166 человек. 40 назначает президент страны, 83 из регионов и 43 представителя общественных объединений. Республику в Общественной палате представляет муфтий Чувашии Альбир Карганов и директор чебоксарского филиала МНТК микрохирургии глаза Николай Паштаев. Вопросы, волнующие население, должны решаться в кабинетах чиновников и представителей власти, а не выливаться в митинги и протесты, сказал глава республики на встрече с Альбертом Каргановым и Николаем Паштаевым. В этом направлении должны работать и члены Общественной палаты. Несмотря на развитие высоких технологий, люди в сельской местности испытывают недостаток информации. Для оперативного уведомления власти часто прибегают к помощи общественных организаций. В городской местности на помощь приходит совет многоквартирных домов, рассказал Михаил Игнатьев. Альберт Карганов, в свою очередь, сказал, что намерен уделять большое внимание работе с молодежью и детьми. Уважение к разным конфессиям, национальностям, культуре и традициям разных народов нужно воспитывать с детства, чтобы избежать того, что сейчас происходит на Украине, подчеркнул муфтий Чувашской республики. Живя в Чувашской республике, в правильных, хороших условиях, когда нам не мешает никто даже там исповедовать свою религию, национальную культуру, школы, образовательная система работает. То есть вот и дико видеть, когда там, в Крыму, наоборот, пытаются противопоставить народы.